Сегодня в октябре, друзья мои, премьера фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы», который состоится 16 марта. Ждем наших гостей. При взлете аэробус столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него отказали оба двигателя. Экипажу удалось посадить лайнер прямо на кукурузное поле. Все живы. Командир воздушного судна Дамир Юсупов. В Кремле уже назвали летчиков героями. Времени не было там паниковать, там собраться. У нас есть полет длился там полторы минуты, и решение менялось, решение принималось быстро. Поэтому, то есть вот в полете, да, спрашивали, какие мысли были, о чем думали. Были заняты анализом информации, большим потоком противоречивой информации про того, как будет, анализом показаний с приборов. Все это быстро менялось. Мам, что это? Теряем высоту. Я летчик, он уже старый. Падаем. Садимся. Нет, знаете, как стремились воссоздать, мы старались соблюсти максимальную документальную точность всех фраз, интонаций и даже его разговора с женой потом уже на надувном трапе после посадки самолета. Для меня это было очень важно. Я звонил, консультировался, спрашивал у него вот момент сам принятия решения, вот эти 90 секунд, эмоции. Я говорил, Дамир, хватит, хватает, много, мало. Он говорит, нет, больше не надо точно. Мне как говорят, почему надо было ругаться, там нет, не было времени даже ругаться. Поэтому вот в этот момент, как раз непосредственно вот это вот принятие решения, он был максимально документально точно изображен. Ожидаете от этого фильма? Я хочу и надеюсь, что получу удовольствие от качественного, интересного кино. Нужного. Вы слышали, да, историю эту? Да. Что вы можете сказать? Ну, что я хочу сказать. Человек-герой. И очень круто, что сняли фильм про всех героев, про наших тем более. Надо снимать фильмы, надо людям рассказывать. Надо показывать, тем более детям, подросткам, чтобы побольше таких людей было. Потому что раньше
Спасибо.